Губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с руководителями средств массовой информации Колымы. Говорили о голосовании по поправкам в Конституцию. Высказать свое мнение магаданцы могли досрочно. С 25 июня избирательные участки работали ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Более 20% избирателей Колымы уже поставили свои галочки в бюллетени. Довольно активно идет голосование. Знаете, люди, на мой взгляд, оценили эту возможность голосовать в течение недели. Выбрать тот день, когда им удобно. По разным, там, по семейным обстоятельствам, или там, исходя из личных планов. Достаточно удобно, но это, по-моему, первый раз, когда такая возможность была предоставлена, и связано это с определенной ситуацией с коронавирусом. Голосование на участках проходит с соблюдением рекомендаций ЦИК России и Роспотребнадзора. Для безопасности проведения процедуры на входе в помещение у всех участников измеряют температуру бесконтактным термометром. Заполняют бюллетени магаданцы в кабинках без передних шторок с помощью одноразовой ручки. В Магаданской области за ходом общероссийского голосования наблюдает около 300 общественных наблюдателей. Их пул сформировала Общественная палата Магаданской области. Подробное интервью с главой региона смотрите на телеканале МТК-Видео после информационной программы «Магаданское время» в 20:15.